как наше выступление, обязательно перед нами летают самолеты. Хорошие приметы. Подзаряжают, и хотелось тоже приблизиться к ним, слиться с небом. Шуточный привет, такая улыбка музыкальная. То есть народ сначала не понимает, что происходит, что все грохочет, а потом начинает узнавать любимую с детства мелодию Шаинского. Вот в таком аранжементе это, конечно, лично у меня вызывает улыбку.